не упадет, это все было в нас. Попало бы. Есть необходимость. Один протезирование самого такого, ну вообще, никогда в жизни не скажешь понять. На сцене, наверняка, кто не знает, поймет, что такие эльфы. Очень хочется, чтобы дети улыбались, чтобы у них светились глаза, чтобы они как можно быстрее забыли про тот ужас, который им пришлось испытать. Которые не в простых обстоятельствах мы все оказались здесь, но это очень... Творческие люди очень импульсивные люди, они очень часто реагируют моментально, сиюсекундно. Сейчас такое количество вал информации абсолютно с разных сторон. Но когда ты приезжаешь сюда, видишь своими глазами, это совсем другое дело. Очень многие вопросы здесь у меня отпали.